Зрение. Сегодня я пою для мусульман молитву в ритме полного дыхания йогов. И покажу вам основные упражнения для того, чтобы сохранить или восстановить и исправить зрение. Я буду петь эту мантру или молитву мусульман в ритме полного дыхания йогов. Я буду петь ее на вдохе и на выдохе, что гораздо усилит ваше кровообращение. Я буду делать массаж глаз для того, чтобы еще более усилить кровообращение в глазах. Буду создавать вибрации необходимые для того, чтобы вы восстановили свое зрение. В принципе, это упражнение очень важно для расслабления глаз при больших физических нагрузках, когда вы много сидите за компьютером. Попробуйте, и вы улыбнетесь от удовольствия. А теперь переходим. Я пою эту мантру или молитву в ритме своего сердца. Один удар в секунду, один герц. Я включаю метроном и начну показывать вам упражнение. В конце я вам объясню, что при этом происходит. Теперь начинаю вращать вокруг глаз. На вдохе я сверху вниз вращаю, а на выдохе снизу вверх. Глаза отдыхают от такого упражнения. Человек начинает улыбаться, как я. А теперь я вам покажу даосский массаж вместе с этой молитвой. Точки даосского массажа вы можете посмотреть, скачав мою книгу «Алгоритм гармонии», ссылка на которую будет в описании этого видео. Там есть все упражнения, которые вы можете делать для усиления глазодвигательных мышц вместе с этой молитвой. Аллаху Акбар.
И колебания головой вправо-влево и вверх-вниз. Останавливаем сердце, зрение существенно улучшается. Делайте такие молитвы несколько раз в день, и тогда вы ускорите восстановление своего зрения. Делайте ваши комментарии. Аллаху Акбар.